Всем доброго времени суток, Мерикина Наталья, Центр Альфа-Омега Плюс представляет вам гороскоп на 29 июля 2018 года. Луна Водолея, 16-й лунный день. Могу вас поздравить, что сегодня благоприятный день, этот день любви и радости. Опирайтесь сегодня на друзей, находите поводы для радости и дарите ее окружающим. Но не стоит потакать сиюминутным желанием. Если вам захочется все бросить и убежать куда-нибудь, друзья вас сегодня остановят. У нас прошло лунное затмение, но мы с вами еще в коридоре затмений. И все-таки сегодня благоприятный день для новых и важных дел. Этот день способствует ощущению свободы и раскрепощения. Поэтому, устроив праздник себе и близким, вы можете повеселиться на славу. Но не теряйте чувство меры. Это хороший день для пикника на природе. Сегодня также все, что связано с вашим прошлым, может привлечь ваше внимание. Это благоприятный день также для духовных практик, благотворительности и обучения. Из бытовых дел займитесь проветриванием, влажной уборкой, чисткой ковров, пледов и ремонтом механизмов. Можно также сегодня поработать с документами, а также делать платежи, покупать и продавать валюту. Сегодня день любви. Можно делать предложение, признаваться в любви. Позитивные установки, направленные на счастье в личной жизни, сработают в самое ближайшее время. Сегодня возрастает сексуальность, и поэтому улучшатся супружеские отношения. А вот во второй половине дня будьте осторожны в своих высказываниях. По здоровью желательные упражнения, связанные с большой кардионагрузкой. А также сегодня эффективно осветление пигментных пятен и веснушек. Сегодня в 11 утра мы ждем вас на вебинаре психолога Анастасии Бубновой «Мифы о похудении». Мы поговорим о диетах и мифах, которые витают вокруг похудения и коррекции веса. День 29 июля благоприятен для овнов, близнецов, раков, весов, стрельцов и водолеев. До встречи завтра!